23 апреля по поручению главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова на территории улицы Набережная начались работы по демонтажу незаконно установленных навесных сооружений, стеллажей и самодельных торговых полок. В первую очередь работа была направлена на расчистку проезжей части улицы. В работе задействованы профильные специалисты. Весь комплекс проводимой работы курируется Управлением гражданской обороны коммунального хозяйства при содействии отдела торговли городской администрации. На сегодняшний день по улице Набережная происходит демонтаж незаконно возведенных строений и металлоконструкций, так как они являются препятствием для проезда спецтехники служб экстренного реагирования. Были неоднократные случаи, когда во время пожара пожарная машина не могла подъехать к месту происшествия. Точно так же в этом районе находится социально значимый объект, это детский сад «Аленушка» и много-много квартирных домов. Скорая помощь не может добраться по месту назначения, так как торговцы загромоздили все возможные проезды к этим жилым домам. Комплекс мероприятий, как отметили в администрации города, направлен на предотвращение угрозы жизни и здоровья граждан, по обеспечению мер по оказанию экстренной медицинской помощи населению города, созданию благоприятной среды обитания. На время проведения работ улица Набережная в целях обеспечения безопасности ограждена силами правоохранительных органов. Речь идет о порядке на данной улице, то есть цель наша — освободить проезжую часть для транспорта и при необходимости средств транспорта. На сегодняшний день, уже третий день, идет работа по демонтажу навеса. По завершению демонтажа данная улица будет открыта. Заграждение и всевозможные нарушения могли стать причиной серьезных чрезвычайных ситуаций, которые произошли и в других городах страны. Предварительно люди были предупреждены о проводимых работах через местное телевидение и социальные сети. В них же люди выражают поддержку и понимание проводимой работы. На данный момент остается не более нескольких сотен метров навесных конструкций, которые будут демонтированы в течение ближайших дней, и улица Набережная вновь станет открытой проезжей частью.